Свою историю запорожские воздушные ворота ведут с октября 43 года. Тогда, сразу же после освобождения Запорожья, в городе заработал аэропорт гражданской авиации. В 70-е и 80-е годы аэропорт Запорожья был одним из крупнейших не только в Украине, но и в СССР. За много лет основные фонды аэропорта сильно износились. Однако в этом году начался процесс обновления. Мы приступили к ремонту терминала для местных воздушных линий. Аэропорт идет на подъем. Благодаря поддержке городского совета, которая состоялась, аэропорт пережил свои самые сложные времена. Терминал для внутренних рейсов не ремонтировался с момента постройки. Сейчас здесь идет реконструкция. На заднем плане у нас находится очень старый сектор внутренних воздушных авиалиний, который сейчас подвергается капитальному ремонту и который будет после ремонта на уровне европейских стандартов. Для удобства пассажиров возвели временное сооружение для рейсов внутренних авиалиний. В нем вылетающих будут обслуживать до середины октября. К тому времени ремонт терминала уже планируют завершить. Там будет пункт регистрации пассажиров, пункт проверки на авиационную безопасность и зал ожидания. Ну и со всеми, так сказать, комфортными условиями. В ближайшее время планируют также приобрести новую технику, обновить коммуникации. В этом году на нужды аэропорта, на решение всяких проблем из бюджета города выделено 26 миллионов. В том числе в этой сумме заложено и ремонт этого здания. И аэропорт вкладывает еще 16 миллионов своих средств, также в различные вопросы. Кроме того, 4 миллиона 800 тысяч выделено на проектирование еще одного терминала Запорожского аэропорта. Мы сейчас приступили к проектированию нового терминала. И мы надеемся, что проектирование мы до конца года закончим и начнем. Первые положим кирпичи в его фундамент этого нового терминала. Екатерина Даньшина, Александр Гоц, ТВ5.